Все, ребят, на все про все у меня ушло часа полтора. На два раза прошелся, где там на три местами. В общем, нормально. Я доволен вообще мотоблоком, вообще безумно. Это трактор, монстр, короче, пашет, все фрезует без проблем. Всем привет, друзья! 10 мая. Выехал я в поле фрезеровать. В этом году я буду фрезеровать, а осенью буду уже перепахивать. Под картошку перефрезерую поле. Все, поехали долго. Не буду затягивать после работы. Часика два пофрезерую. Здесь я маленько пахал. По пахоте идем. Снимается, да. Снимается. Ну давай, Роман, ну, давай. Что, ребята, Алексей. Солнце еще высоко. Пришел на велике, приехал ко мне. Услышал грохот трактора. Да, здесь все. Или шум трактора. Так, поехали. Заводим. Все нормально. Все, всем привет. С деревни. Ну, ребята, вот где-то я сейчас минут, наверное, 40 работаю.
может минут 35. Вот. Как говорится, полет нормальный. Все работает. Все отлично, дай бог. Второй раз буду идти на второй скорости. Второй раз пройдусь еще по полю и будет вообще отлично. Вот. Как я буду садить картошку, я вам покажу, подписывайтесь. Вот. Пока я секреты не выкладываю. Вот, такие дела. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все, ребят, пока. Сегодня 10 мая 2022 год. Всем привет с Брянщины. Всем добра, мира и мирного неба над головой. Счастья, удачи. Берегите себя, берегите свою семью. Ну все, ребят, на все про все у меня ушло часа полтора. На два раза прошелся, где там, на три местами. В общем, нормально. Я доволен вообще мотоблоком, вообще безумно. Это трактор, монстр, короче, пашет, все фрезует без проблем. Вот, насиловать я его не стал, вторую не включал, на первой прошелся, торопиться некуда. Ну вот. Вот они, фрезы. Ничего не расшаталось нигде. И надо расширительный бачок ставить обязательно. Это вот один. Одна проблема вылезла. Так, больше проблем-то и нет. Не-не-не-не, все. Фрезы затачиваются сами потихоньку. Ничего не откручивается. Слава богу. Солнце светит, не видать, наверное, сейчас. Все, вот. Вот такие вот. Сейчас с другой стороны зайду. Ну классно, здорово. Сейчас от солнца зайду. Вот так вот. На два раза. Пошелся. Короче, мотоблок вообще сказка. Каска, ребята, я даже не вспотел. Даже вот я не вспотел вообще. Обалдеть. Супер. Вот. Часа полтора на первой пониженной. Земля эта была осенью только вспахана. И все. Вот такой вот участок. Кто давно смотрит мой канал, там зеленая вот, это пшеница. Осенью сажал ее. Вот дальше пошло колхозное поле. Ну вот, ребята. Короче, этот мотоблок, мужики, можно брать смело. Особенно фреза у него просто работает на ура. На ура. Я такой фрезой еще ни разу не работал никогда в жизни. Вот, видите, что попадается тут. Сегодня железяка такая залетела, аж остановился двигатель, вовремя сцепление нажал. Ну ничего, на второй раз пошел, уже все нормально. Все, друзья, ролик затянулся, я доволен, счастлив. Завтра будем картошку сажать. Все, всем привет, Баку, Дальний Восток, Комсомольск. Деревня Мариинская реет. Белоруссия, привет, знаю, смотрите, пишите. Украина, добрые люди тоже пишут. Есть еще люди. Все, друзья. Я пошел домой.